Ребята, всем привет, с вами Александр, это у нас атака Маргоцефала в Jurassic World Live. У нас здесь, собственно говоря, я так понимаю, скалозавр, ну, не скалозавр, а, ну, вообще-то Эоплоцефал, это тоже скалозавр, он же тут написан Юплоцефал, он же Эоплоцефал, плюс Амаргозавр, у нас получается Амаргоцефал. Да, вот эта вот тварь такая. Чё она может? Мгновенная непобедимость, ядреное замедление. Собственно говоря, как и у Амаргозавра, двойной урон здесь есть. А двойного урона здесь нет, кстати. А вот у него он был. Вот, такие, вот такую команду я взял. Двух иммунитетников против замедления. Ну и двух кусючек. Мы уровнем послабее, но у нас есть супероружие в виде трики. В виде вкачанного трики. Так, давайте начнем с Эрлика. Да. У него ничего нет, давайте просто уклонимся, если повезет. Может кританем и за один удар его пробьем. Правда, у него самая сильная броня, если не ошибаюсь, 40%. Даже не уклонились. Но у нас есть, сейчас должен быть бонус, мы неплохо снимем. Но будет ли крит? Крита не было. И вот он нас вот так вот взял и добил. Уклониться не получилось. Вот ты, черт подери. Прикиряйте, не могу его пробить сквозь броню. Ну, 30 уровень, это вам не просто так. 1000, даже тут 1000 прилетело. Это больно. Ам-нам-нам. Так, вот Амаргич это вообще будет неприкольно. Блин, пробьет сейчас наглухо, да? А, еще и контратака. Ну да, это добил. Это добил. А что там у нас следующее? Какой у него следующий удар? Ну, так, главное, я не проиграть. Один удар, и надо подменяться. Это, собственно говоря, только второй у него. Критани, блин. Так. Ну, хоть этого добьем. О, кританул, блин. Не мог первый раз критануть. Так, еще один удар по Маргоцефалу, в принципе, можно сделать. Что у него там? А, можно даже два сделать. Опс. Черт. Я что-то подумал, что смогу два удара подряд сделать. Ну, просто не хотелось трики брать. Трики это трики. Это трюк. Ну, раз мы пролетели, ладно, давайте тогда возьмем сейчас другую комбинацию. Не, ну, в принципе, из тех же ребят, но другую комбинацию. Сколько нас попросят за восстановление? Блин, 200 баксов. Много, конечно, но ладно. Давайте пойдем. Вот так. Ну, тут еще хуже. Тут иммунитетников нет. Придется тут трики вызывать по-любому. После смерти второго нужно брать трики. Так, ну, постараемся как начали подменяться, не доводя до греха. Очень мало. Пробивает, ну и уровень слабый. А еще и уязвимость нам дал, и она сработала. Так, ну вот удар. И пора подменяться. И не добил. Блин, да, настолько слабенький. Ну 23 уровень всего лишь. Так, ну трики тут сейчас просто законтратачит всех. И все.
Ну, сейчас опять же буду подменяться все-таки. Давай, Туара Малох. Покажи, на что ты способен. 1,5 урона. Ну, походу, Туара Малох не сможет ничего показать уже. Нам сейчас прилетит большой замедляющий, убивающий нас удар. Ну, да. Это контратака, и ну и добьет, да? У него хватит сил. Нет, не хватило. Обломись. Силей у него не хватило. Ах ты, гад. Он контратакой, блин, воспользовался непобедимостью своей. Хитрый гад. Чё там у него? Блин, кританул-то хорошо. Контратака и замедляющий удар. А очищения у меня уже нет. Но есть вот эта шляпа. Может, она поможет таки нам выжить. Уклонился. Нам дали уязвимость. То есть сейчас, если мы не пробьем, нам хана. Ну вот. Это еще фартануло нам, что крита не было. О, да! Мог бы сразу так сделать и все. Так, ну пока что 2-1 в нашу пользу. О, давай снимем с себя вот эту фигню. Но нам все равно хана. Но неплохо. Неплохо сняли. Ну что, трикель. Не будем рисковать. 200 баксов на дороге не валяется. Это несколько дней собирать. На контратаках можно посидеть. Так, ну, собственно говоря, сейчас наш удар. Ха-ха. Не будем сидеть на контратаках. Вот так вот, даже без крита. Почти пятерочка. Так, нужно сейчас зайти проверить, что у меня там по гибридам. То я говорю, уж выпал больше, чем на неделю из этой игры, а нас по съемкам. Какой у нас красивый аморгоцефал. Двести аморгоцефала эпических, 15 000. Вот этот поворот. Маюнгича насыпали, апатича насыпали. О, немножко редкого иритатора. Тадзянга насыпали. Уранича. И конковинатор. Видел игрушку конковинатора по миру юрского периода сегодня. Такой у него немножко странный горб. Конковинатор. Здесь он такой плоский, а там он такой, как у верблюда был. Так. Получаем ранг 4. Так, здесь пока что все. Куда нам нужно? Так, посмотреть, что кому можно пожертвовать. Ну, давайте торбозавра немножко пожертвуем. Не так много нужно давать. Я их вообще не ловлю, это все мне где-то насыпало. Но они сейчас актуальные, да, сейчас их много кто просит. И особо раздавать я их, конечно, не буду. Тарбозавр. Всем нужен тарбозавр. Так, а что я? Что я хочу? Так, ну-ка, давайте. Что там в заповеднике? Давайте зайдем в заповедник. Так, тут мест нет. Ну, надо очки эти тратить, они все равно никуда девать, каждый день собираются. Так что друг другу нужно помогать. Так, жри давай. Ты рыбеху будешь жрать или что там будешь жрать? Ну покажите.
А, козочку, да? Это я уже как Jurassic World Evolution там подумал. О, крокодильчик. Бедняжка. Своей челюстью он и сломать ее только может. Только рыбу ловить с такой челюхой. Так. Ну, идем смотреть, что у нас тут по гибридам. Так, вот, кстати, в команде противник. Давайте заглянем, что я в топах, блин, тут почти не сражаюсь. В лидерах, короче, сейчас вот эти вот твари новые. Вот этот петушок новый, вот этот парень и вот этот. Вот эти три новых существа, которых я еще не создал, они в топе. И вот сейчас начали брать вот эти диараджозавра, или как он там называется. Вот, смотрите, опять диараджозавр, петушок новый и вот этот новый. Ну, гриппозух, кому он там нужен, не знаю. Третий смотрим. Вот этот, новый брахик, вот этот парень и опять же диараджозавр. Или как там тебя зовут? Четвертый. Диараджозавр. Блин, чё он сейчас такой модный? Раньше никому не нужен был. Давайте смотреть, где мой этот диараджозавр. Чё там у него что-то менялось по ударам, что ли? Чё он вдруг стал актуальный? Вот этот саблезубич. Так. Вот ты. Диараджозавр, что у тебя такого интересного стало? У него контратака полноценная. Он, у него два удара, такие же, как у трикозавра. Вот в чем прикол. Мгновенная непобедимость. Но у него есть еще нормальные удары. Вот в чем прикол. Он типа неплохой парень, да, стал? Давайте сейчас создадим немножко его клеточек. Он как Трики. Ну, качать я его, наверное, сейчас не буду. Надо будет его взять на следующий бой, как-то потестить его заново. Че у него? 30% брони у него. Он, ну да, он... Его качнуть вот по скорости, и, типа, неплохо, да? Так, а куда ты еще идешь куда-нибудь? Идет еще на ту Арамолоху он еще идет. Ладно, давайте смотреть по вот этим, по несозданным гибридам. А, геймбивера смотрел, он вот этого парня так вкачивал. Вот так вот, типа, он, мол, нестандартное решение, давайте буду не так, как все. Он его качнул прилично, там, на 25-й какой-то уровень, что такое. И, по-моему, 5 боев подряд проиграл вместе с ним. Блин, не туда. Такие вот пироги. Так, давайте смотреть. О, так, а я могу создать-то... Я могу создать Джунгею. Могу создать... Могу создать Стигидариса. Блин, не знаю, наверное, буду эти видео выкладывать на тот, на второй канал, ребят, на Jurassic World Ru. Вот тот мой второй канал, про который я говорил на стриме, так что подписывайтесь туда. Наверное, буду там выкладывать. Так, и здесь давайте смотреть. Так, качнуть вот этого парня на 20 левел. Ну, денег нам хватит. А там будет... А, хватит ли на второго, это вопрос. Ну, короче, соточка, да, чтобы качнуть с 15 на 20. Даже больше, наверное. Так, ну с тобой разобрались. С тобой что? Ну да, здесь надо создавать довольно долго. Ардантозавра. Ну, надо создавать. Потихонечку. Нету денег качать диараджозавра, пока не создал все гибриды.
Ну давай, давай, двадцаточку, пятьдесяточку лучше, соточку. Такая морда у него острая. Как у секадонтозавра, да? Пятнашечка. Вот так вот. Брони нет, очень... Очень прикольно. Такая какая-то ящерица гигантская. Так, вот что у него по ударам. Неплохо, неплохо. Щит, иммунитет. Ну, такое. Так. Так, что для петуха этого надо? Да, Николай Греуза нужно качнуть. Ху-ху-ху. И это птерокецель, да? Но птерокецеля я не могу качнуть. У меня кецеля не хватает. Надо сейчас подать запрос. Так. Блин, кто бы знал, я их просто тупо не ловил. Этих птерокецелей, кецелей. Вот он. Запрос подан. Так, а вот Таника Лагреуса можем и качнуть. У меня много их клеток. Таника Лагрей, ё-моё. Блин, ну это же одни и те же разработчики. В одной игре они называют Таника Лагреус, тут Таника Калагрей. Матвей Калагрей. Воробей. Давай, давай! Тут точно было 270, я помню. Сколько сейчас останется тысяч? Уже больше 100 потратили. Та-дам! Тани Калагрей, у меня 20 уровня теперь. Кстати, он довольно неплохой был по скорости, да, среди обычных. И прикольно, полтора и один, полтора и один. Неплохо, неплохой, кстати. 3,5 метровый динос. У меня осталось 122 тысячи. Так, ну с этим разобрались. Этого у меня пока что нет, к сожалению. Блин, как ни странно, да, у меня эпических птеранодонов много, а редких мало. Так, с тобой что? О, наконец-то я могу создать 40 тысяч. Но опять же, у меня больше, у меня их нет. Их же нужно будет по 500, по 1000 нужно будет на гибрида. 500. А, у меня нормально, я их уже наловил, насобирал. Ну, неплохо мы тут прокачались, ребята. Еще этого могу же качну и... Довольно много нужно, 250 насобирать. Скорость 124, 2800. Что-то как-то не шибко. Ой, слабенький у него удар. Ну, кровотечение. Есть кровотечение. Так, Барионикса мне хватит. Надеюсь. Спинонекса качнуть. Давай, ну соточка, выпади хоть раз. Нам не сотка, по-моему, наверное, не помню, чтобы выпадала. Там что-то 30, 40, 50 выпадало. Так, ну еще раз, давай тогда третий раз по 30 и будет 90. Тридцать, ну неплохо насыпал. Ну и десяточка. И 40 тысяч минус. Та-дам! Эрли Каспикс, да? Вот такая вот тварь, что у нас тут, блин, по удары пока недоступны. Но 250 уникальных сможем как-нибудь создать. То есть вот этого уже могу начинать создавать, да?
Ну вот этого нет. Так, что мне здесь мешает? Вот этого. А, ну этого просто сам за кадром создам, чтобы вас не томить. Так, что по тебе? Вот этого парня нужно качать. Да, по идее, хватит мне качнуть его. Ну, в смысле, генов кулазуха и арамбургериан должно хватить. Ну, в принципе, я почти все могу создать, а остальное, пока дойдет очередь, я, в принципе, их тоже создам. Так, ну и давайте там на последнего глянем. Вот на тебя. Ух, на 15-й этого нужно парня качнуть. А, у меня пурусиков мало. Он прикольный, вот этот парень, если бы его на 30-й качнуть. Ну, в дружеские бои нужно с ним пойти, он неплохо выглядит. Так, ну нормально, короче, есть что посоздавать. Карнотаркус получится, короче. Карнотаркус. Так, ну что, давайте попробуем куда-нибудь сходить. Посмотрим, что нам кто попадется. Игрок или ИИ. Неважно, в принципе, сейчас. Ну, нужно вкачивать. Сейчас здесь, конечно, сражаться очень тяжело. Если у тебя у динозавра не вкачана скорость, то... то все печально. Так, ну, короче, нифига не нашло. Сейчас пойдем с ИИ посражаемся. Надерем тогда ему задницу. Хотя ИИ все вкачанные тоже. Повесил Локвуда. О-о-о-о-о! Давайте так, чтобы он нас не замедлил. Надеюсь, мы останемся быстрее. Пробуем паралич. Сработал, и надо валить. Давайте все-таки еще попробуем. Может, конечно, зря, если он меня сейчас запарализует, то нам хана. Но я почти его добил. Давай, пальцы натяни, ну, пронеси нас мимо. Ну, нет, не пронесло. Ну, давайте... козырь наш не будем показывать. Еще и кританул. Блин, это так бесит, когда вот у противника 153 раза срабатывают все суперудары, крики, параличи, все остальное. А паралич почему? Где моя контратака? Паралич уже должен был закончиться, я должен был его контратаковать. Капец, просто сколько ударов в ряд делает Трицератопс? 4-5 с этим всем приколом. Я сейчас еще и замедленный остался. Это, конечно, печально. Противник думает. Так, что там у тебя? Скорость не вкачана. Ага, двойной урон. Не посмотрел, что он у него без тайм-аута. Блин, я думал, у меня сейчас тут подмена разблокирована. О, он меня сейчас пробьет. Нет, не пробил. Блин, но забрал скорость. Ладно.
Чё там, короткая оборона 50%? Не-не-не, дорогой. Так дело не пойдет. По полной, пожалуйста. Двойной урон. Ну, это, конечно, больно. Но не очень. Обычный. Вот как раз тебя мы и ждали. Вот гад. Жаль, я хотел все-таки анкитрозавра завалить. Ну ладно, что поделаешь. Оу, есть приз. Плюс 4, плюс 4, плюс 4. Неплохо. Ну и поставим инкубатор на открытие. Ну а на этом тогда, ребятки, все. Всем пока. Может, кстати, буду выкладывать... если будут иногда видео с черными рамками, то это вы знаете, что у меня просто рендер сейчас не работает. Куда ускорение не пашет под старой виндой. Пока.